Я лошадь Пржевальского. Единственная лошадь, которую людям не удалось приручить. Это неудивительно, ведь моя семья – потомки первых лошадей на планете, полностью сохранившие их бунтарский характер и облик. Мои предки смогли пережить ледниковый период, но к встрече с людьми оказались не готовы. Нас выживали, наши пастбища осваивали, отнимая корм и свободу. Теперь встретить меня, моих братьев и сестер можно лишь в зоопарках и заповедниках. Там безопасно, но дикая лошадь не может вести жизнь домашнего пони. Я волнуюсь, думая о том дне, когда мы сможем вернуться домой, когда мой топот эхом сообщит степным жителям, что мы вернулись.